Барнаул готовится к встрече Светлого Христова Воскресения. На главном проспекте города Ленинском появились объемные пасхальные яйца. Ими украсили центральную аллею от площади Октября до улицы Молодежной. Всего здесь установили 20 декоративных скульптур. Их росписью занимались ученики барнаульских художественных школ, студенты вузов и колледжей. Эта коллекция пасхальных яиц была создана еще в прошлом году, и долгое время символы праздника украшали территорию Иоанна Богословской церкви. Идея создания нынешней пасхальной экспозиции под открытым небом на проспекте Ленина принадлежит администрации Октябрьского района. Правда, яйца простоят здесь недолго, после Светлой Пасхи их уберут. Понесем же пасхальную весть всем ближним и дальним, здоровым и больным, верующим и неверующим, а особенно нуждающимся в нашей помощи. Святитель Иоанн Златоуст, обращаясь ко всем нам сегодня, говорит: «Богатые и бедные, ликуйте друг с другом, постившиеся и не постившиеся, веселитесь ныне. Христос воскресе, воистину воскресе».